Друзья, товарищи и коллеги, хочу вас всех поздравить сегодня с Медовым Спасом. Сегодня у нас 14 августа. Раньше этот праздник не был для меня как таковым. Не мог я его отмечать, потому что не был я пчеловодом. Идет второй год, и я вижу, что понемножку я разобрался. Что-то у меня получается, что-то учусь на своих ошибках. Но могу сказать однозначно, что есть у меня возможность заниматься этим любимым делом. Не буду я сильно расширяться. Это будет как хобби чисто для себя. Поэтому, чтобы можно было покушать свежего меда. Сегодня начал, как бы уже может и поздновато, но у нас в районе здесь есть Гомельская область взяток. Поэтому вижу, что пчелы и пыльцу носят, и нектар немного подливают. Может, здесь у меня рядом поля, лес, речка, какие-то разнотравья. Поэтому начал понемножку забирать магазины, убирать рамки. Вот такие вот печаточку я забираю с гнезд. Сейчас я вам покажу. Вот такие, правда, это не 145-я, немножко увеличенная рамка еще от предыдущего хозяина осталась. 100% опечатка. Есть рамки, которые можно будет даже... Здесь немножко упала вот рамка. Срезать нижнюю часть мед. И, как говорится, можно даже будет сотовый мед попробовать откушать. Вот такие пластины сотового меда. И при этом рамку сохранить целую. Таких пластин я нарежу для своей семьи. Сейчас хочу буду перебирать потихонечку гнезда, забирать рамки на откачку, вскрывать и заниматься откачкой меда. Так что хочу сказать спасибо всем, кто меня поддерживает, пишет комментарии, кто заходит на канал. В этом году получилось у меня. Попробовал поменять всех маток. Еще впереди хочу посмотреть, убедиться, что они все приняты. Поэтому после откачки меда уже немного складирую новый ассортимент рамок этого года. Вот такая вот сушь, которая уже просушена, без меда. Я потихонечку начинаю сортировать и складывать отдельно, готовя к следующему году. И в следующем году уже моим пчелам будет проще и будет уже более качественная сушь. Сразу пойдет в работу по весне. Так что я доволен своим сезоном вторым. Может быть, по взятку он немножко меньше. Я как-то в этом году не стал контролировать, какой объем получится меда. Просто работаю, забираю запечатанные рамки, понемногу их откачиваю. Было, что и весной печатку забирал, потом доставлял. Поэтому какой объем, может быть, я потом еще для себя подобью и буду знать. Но какой бы он ни был, я доволен сезоном. Пчелы принесли немного теплого солнца, нектара, который буду употреблять уже в системе. Я вижу, что я отказался от сахара. И употребление ежедневное в небольших количествах меда. Думаю, сделать свое какое-то полезное дело в перспективе в будущем. Вот такие вот рамки.
где-то недолито, где-то вот залито. Но буду качать, буду смотреть, что будет получаться. Такой у меня от предыдущего хозяина хороший контейнер достался, в котором я, как и говорил, храню рамочки. Это уже просушенная сушь. Здесь еще вот забирал сушь, тоже отдавал на просушку. Прополис надо поубирать будет на рамках и поставлю сюда в хранилище. Также пробовал немножко переплавить воск и немножко собираю прополис. Вот это вот сегодня я рамочки забирал и заодно немного собрал. Начал использовать куботейнеры, они на 12 литров, очень удобно в применении. Отошел я от бидонов, тяжело большой объем таскать. Здесь 12 литров, ну под где-то 12,1,8, по 20 килограмм получается один куботейнер. Хорошо плотно закрывается, единственное, что применяю когда закрываю куботейнер, вот такую вот нить, для того, чтобы снизу ее пускаю. Куботейнер плотно защелкивается. И открыть его без нити очень сложно. При помощи нити, когда он полный, достаточно беру за два края. Такие петли сделаны. И просто делаю протяжку. И дальше крышка очень легко самостоятельно открывается. Так что, кому интересно, как открывать куботейнер, берите на заметку. Мед. Темно-красный, мне кажется, гречка, скорее всего, потому что по запаху и гречиха есть, и вот так вот я ставлю две палочки сито. И все, и наливаю в куботейнер без проблем. Раньше надо было контролировать вот такого цвета мед. Удобно. Темноваты. Также вот полностью сотовый мед. Друзья, кушайте натуральное. И будет здоров. Прибрал один улей, первый бакфаст. Еще останется перебрать три уля. В
которых по одному магазину по 14 рамок где-то. 13-14 рамок. Я думаю, справлюсь. Все, друзья, всем пока.